вы не можете так поступить. Ты глубоко ошибаешься. Но мы же одно целое. Вы не оставите меня здесь одну. Прости, но мы должны. Нет, Юля. Нет, вы же всегда боролись с Эшли. А теперь вы поддаетесь. Жизнь не так проста, как кажется. И в ней есть зло. Эту сказку я уже давно знаю. Помимо зла в жизни есть одиночество. И сейчас тебе придется его пережить. Эрис, ты уходишь от ответа. Прости, нам пора. Нет! Стойте! Не надо, не уходите! Не бросайте меня! Нет! Нет! Не надо! Нет! 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 Юля, ты в порядке? О, да, я в порядке. Почему ты кричала? Да, мне приснился сон. Судя по всему... Кошмар. Да. И что же за кошмар? Одиночество. Что? Мне приснилось, что вы ушли во владение Эшли и оставили меня одну. Это невозможно! Если только... Если только что? Да так, ничего. Точно? Конечно! Знаешь, Эрис... Я много чего боюсь, но больше всего на свете я боюсь остаться одна снова. Ты знаешь, что этого не будет, а это лишь дурной сон. Ты права. Прости, я просто немного не в духе с утра. Ты ничего. Ладно, я пойду, а ты тоже приходи завтракать. Хорошо. Значит так, сегодня я директор ресторана. Элис, о чем ты говоришь? Ты всегда наш босс. Постой, Кэти. Может быть, она имеет в виду не наше магическое существование, а наш завтрак? Захлопнись. С тобой я вообще разговаривать не хочу. Да, Элис не в духе. Элис, не обращай внимания. Не нарывайся. Так что ты хотела? У меня к вам есть очень важный разговор. Хорошо, мы тебя слушаем. Ну, мы же всем знаем, что мы не те, за кого себя выдаем. Блин, к чему это? А к тому, что истина к Юле все ближе. В каком смысле? Ей приснился сон о том, что мы ее бросили и ушли к Эшли. Такого никогда не случится. Да ну? Вот еще один пример того, что твой мозг устроен иначе. А что? Мы можем ее оставить, но только если Эшли вернется. Ой-ой. Да, Кэти? Ой-ой. Ой, да брось. У Эшли явно не хватит на это мозгов. Ну знаешь, Эшли не дура, и если ей в голову туда придет, то ничего хорошего не будет. Я даже не знаю, что делать. Сказать Юле, она бесится. Эрис, понятное дело, что нам сейчас всем не сладко. Но ведь Юля все равно обо всем знает. Точно? Да. Ты просто не хочешь ей об этом говорить сейчас. Откладываешь на потом, чтобы ее защитить. Но рано или поздно истина все равно выходит наружу. Знаешь, Мертик, а ты в чем-то права. Конечно, я права. И мы будем беречь Юлю столько, сколько можем. А можно вопрос? Ты его только что задала. А можно два вопроса? Да. Зачем Эшли возвращаться?
Она хочет осуществить свой старый план, который стал для нее провалом всего 2 раза подряд. Прости, напомни, что за план? Стать душой Юли. Зачем? По-моему, ты превысила свой лимит вопросов. Блин, тебе трудно, что ли? Кэти, скажи. Она хочет это сделать, чтобы стать еще сильнее. Без тела она просто дух. А если она владеет Юлей, то она уничтожит весь мир. Именно. Мы так давно не виделись. Я думаю, к вам заскочить. О, не бойся. Это вам скоро пройдет. Передай своей Эрис, что я вернусь. И отомщу ей за все. В общем, не только ей, но и всем остальным. И поверь, вы с этим никогда не смиритесь. До встречи. Ha 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 ha.